Итак, в первом голосовании побеждает Лилит. Лилит, если быть точным. Поэтому играем за нее. Второе голосование уже в чате. Для тех, кто смотрит на Ютубе, второе голосование будет в следующем забеге. Я думаю, это очевидно. Так, ну и раз Лилит, значит Лилит попробуем. В принципе, должно быть несложно. Лилит. В зависимости от комбо, конечно. Наверное, до сундука. Потому что комната здесь... Ну, пожалуйста. Пускай будет лабиринт. У Лилит есть один плюс. Это Пандора's Box. Можно донести ее до какого-нибудь уровня. Либо использовать сразу. И получить два синих сердца на первом уровне. Либо щенячиться прямо тут. То есть, либо вы рискуете и получаете хп, либо вы огребаете. На самом деле, достаточно непростой в самом начале персонаж, но иногда, как говорится, прокает. Там синий камень, мне нужна бомба. Я не буду дергать кота за шарики, я лучше сразу здоровье себе возьму. Тут пауки, и ну нафиг с пауками связываться, когда у меня нет хорошего радиуса атаки. Хорошей дальности атаки. Ох, чем мне не нравится и не нравился никогда хард, это то, что мало дропа с чемпионов. Но это норма. Это норма, потому что... Иначе я бы тут просто купался в дропе. Когда чуть ли не каждый моб чемпионом является. Так, блин, вниз. О, наконец-то. Давайте начнем с этого. Там еще два. Собственно, вот о том и речь. Можно сразу получить хп, а можно его вообще долго не получать. И стараться тащить на вот этих половинки сердца. Вот этих, вот этой. Твою-то мать. Ладно, по крайней мере, у меня есть бомба и ключи. Тоже цель, тоже достижение какое-то. Хотя, разменять дамаг на это. Но бомба и ключи бывают даже важнее, чем дамаг, поэтому... То есть, Окей. Так, у меня еще остался один синий камень. И, наверное, нужно бы добежать до магазина. Возможно, там что-то... Прям что-то хорошее. Прям имба такая. Прям... Может быть, там луду сейчас за 7 монет будет. Ну да. Луду, конечно. Или ничего, например. Ну, я возьму стоп-вотч, наверное. Это самая, пожалуй, имбовая вещь в игре. Даже читерская. Какая музыка странная, блин, когда включаешь слово вот этот. И стоп-вотч работает всегда. В каждой комнате. Не знаю, по-моему, это айтем, который должен стоить, там, не 15 монет, а монет 30, наверное. Кстати, странно, почему нет ни одного предмета,
который стоит больше 15 монет. В смысле, это честно? Тут есть вещи, которые просто позволяют карать все и вся. Там даже не в моде, ладно, мод. Я имею в виду стандартную игру. Ванильную. Да, ай, не хотел брать, ну ладно. Блин, скиёшь. Я возьму вот это. Прости, демонический пацан. Когда я смогу... Когда я могу выбрать кошку? Или хотя бы одну из ее частей, то выбор не в твою пользу. Так, ну сходим в Якубовича. Тьфу, к Якубовичу. Не надо в Якубовича ходить, это противоестественно. Так, что тут? Ничего тут. Угу. DVGG, easy. Ну да, easy. Slow. Slow run. Как slow roll, так вот slow run. Блин, потому что Лилита есть женщина. Так, ну теперь у меня тут целых два чувака, стреляющих постоянно за спиной. И... Да. Дэмэджапы! Ау! Почему вы так жестоки? Господи, не убивать с одной тычки этого моба. Это отвратительно. Никогда. Никогда не берите либро. Ну, наверное, стоило ожидать, я, в принципе, и ожидал, но мало приятного в итоге. Лилит, она как Азазель, только у нее еще и... А, у него тоже красный ХП может быть. Ну, тогда вообще как Азазель. Только женщина. И фиг там был. Hermit. Ну. PhD. И вот эта штуковина еще лучше. Правда, больше мне ничего не дают, сволочи. PhD это очень хорошо. По-моему, этих ребят атаки больше, чем у меня. Ну, посмотрите. Ну, разве это не имба? Я бы уже агрёп раз 5, наверное. Ну, 5, может, преувеличение. Но раза 3 я бы точно дамаг получил, если бы не стоп-вотч. С такого короткого расстояния обычно никто с гёрдлингами дел не имеет. Имба, 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 имба. Крикетс Хэт. Здравствуй, друг. Мы затащим весь мир. Ой. Что это было? Я ж вроде не нажимал на выход. Слава богу, блин. Слава, блин. Блин, богу. Что они додумались сделать продолжение в игре. Слинял. Ну-ка, видно будет, не видно будет.
Да, видно. Оу. Вот этот бы эффект, да в нужное русло. Ну ладно. Я не буду этого делать, я могу сейчас, конечно, пойти, достать монеты из автомата. Но, блин, я их так как слишком часто достаю, ради абсолютно беспонтовых вещей. Так что я думаю, что не в этот раз. Блинский еж, ну, хотя бы здесь, пожалуйста. Да. Эмпресс. А там карта. А, там Дес, по-моему. А, у него блудницы нет. Все нормально. Идем дальше, ребята. Блин, с головотами я так за Азазеля прошел. Так игру вообще пройти как нефиг делать. Я считаю, что это то, что нужно фиксить. Абсолютно нечестная фича. Прикольная, конечно, но нечестная. Ты ж, пацан, ты меня испытываешь просто. Маленький уродец. Ох ты ж, ебаная мать. А. Блин, всего лишь сердце. Unfair. Ну, эти не такая проблема, как в первой части. Блин, мне бы не помешало что-нибудь на дамаг. Ау. Проблема стоп-вотч в том, что ты не видишь, как правило, некоторых мобов, когда они такого беленького цвета. Те же пауки, они сливаются нафиг. Хотя это, наверное, проблема даже не стоп-вотч, а самой игры. Как бы гейм-дизайна. Ну, пожалуйста. Сволочь. Сволочь! Ну, то, что она редкая, это не делает ее менее читерной. Да эти предметы, по-моему, не относятся к тем, которые спешл айтемы. Так что. Тут под вопросом, как бы. И надо больше испытаний каких-то проводить. Чтобы точно удостовериться, что это там редкий предмет, что они редко попадаются. Но даже если так, это все равно читерство. Там из хэд нужно дать зарядку, там, 3 комнаты, например. Если у тебя бримстоун. Вообще хорошо бы, чтобы зарядка артефактов зависела... Там, от каких-либо показателей или от других артефактов. Типа, если она у тебя со слезами, стреляет пусть хоть каждую комнату. Если она у тебя с бримстоуном, то там стрелять можно раз в 3 комнаты, например. Айзек, конечно, очень часто не про баланс, но... Совершенно не про баланс, но все равно... Ну, я думаю, так. По крайней мере, смогу иметь больше сделок. Так, в сокровищнице я был, в магазине я был. Осталось найти кого-нибудь, кому можно сдать кучу сердец. С помощью батареек и книги. В общем-то, я в шоколаде. По крайней мере, это мне хотелось бы. Сделать в этом забеге. Так, а откуда у меня мухи, простите? Что-то я потерял мысль. Так, там, по-моему, еще, кстати, куча сердец была просто так валялась. Так, битва с боссом.
Вернее, с боссами. Нифига. Ау. Не достанет он меня никогда. И все же нечестно. По-моему, кстати, даже есть стример, который не пользуется стоп-вотч, просто потому что они читерские. Может быть, это даже кобальт. Я не помню. Я нифига не помню. Временно отвал башки сегодня. Да, вновь прибывшим довожу до вашего сведения, что со следующей недели, со следующего четверга, стримы будут идти в 15:00 по Москве. Следите за анонсами, следите за обновлениями. Дополнительно, я думаю, это будет еще и в группе ВКонтакте. Гамван, не флуди. Буду мутить. Да, кстати, поиграл я таки тут в подаренный мне Sonic All-Stars Racing что-то там. Или All-Stars Racing, это все, что там написано, может быть. Ну, я не заметил там All-Stars. Там из All-Stars я узнал только, собственно, Соника, Эми, Наклз, Тейлз, еще кто-то. И чуваки из Team Fortress. Каким образом они попали в игру про Соника, я понятия не имею. Хотя это, по сути, картинг с Соником. Как Mario Kart, только Sonic. Вот. Достаточно прикольная. Там у меня есть пару проблем с этой игрой. В частности, это проблема... Угу. Бесполезно. В частности, проблема с тем, что там сложность слишком отличается. Друг от друга. Например, на... Так. С этими ребятами разберусь. Например, на изи выиграть просто как нефиг делать. Можно там бабушку свою сажать. Ну, слишком легко выиграть. Противники ничего не делают. На средней сложности, ну, немножко сложнее, да. Там все-таки занять первое место уже приходится немножко попотеть. Пожалуй, самая справедливая сложность. И... Хард... Это просто что-то невероятное. Я не знаю, насколько нужно задрочить эту игру, ну, задрочить трассы. Но не то чтобы невозможно, но иногда в самый ответственный момент враги... А враги это как бы компьютер, надо это понимать. То есть это нереальные игроки. Они просто заспамливают вас от... Заспамливают, я не знаю, правильно ли говорить так. В общем, спамят по вам всякой хренью, которая вас просто тормозит, и вы огребаете. То есть вы останавливаете, ну, как при любом попадании у вас там ракеты, еще чего-нибудь, вы останавливаетесь на секунду, и начинаете как бы разгоняться по новой. Вот. На харде это критично, очень критично. Но в целом веселая игра, я правда не помню, кто мне ее прислал, но спасибо. Но хард это, я не знаю, это для фанатов, наверное. Мне как-то вот средней сложности хватает вполне. Там, если мне нужно будет пройти просто все на золото, типа, ну, точнее, на первое место, то я просто пройду все это на изи. Но это реально неинтересно на изи. Это просто зажать кнопку вперед и ехать. Это для домохозяек и детей сложность. Враги замедлены, потому что стоп-вотч. Это реально нечестно, но не воспользоваться этим было бы глупо. Лемон пати. Ай, ё-моё, я не хотел эту хрень брать. Долбанный депат. Ну ладно, все равно деньги девать мне некуда было, так что... А, хватит воровать мои ключи, сволочь. Я потратил бомбу и ключ, чтобы получить бомбу и ключ. Фэншуй, блин. Равновесие.
Блин, этот босс и так-то сосет. И провоцируется легче, чем... Ну ладно, я не буду сравнивать. Так кто-нибудь обидится. Ап. Ап, не попадете. Не попадешь. You can touch me, you can touch me. Блин, он всегда под замедлением. Ну что такое? Неужели Эдмунд в этом проблемы не видел? Его ничего не смутило. Совсем. Эй, клево. Коллективный разум. Я бы мог купить ту штуку, но я не буду покупать ту штуку, потому что у меня достаточно хп. Industrial Craft. Industrial Craft может идти нафиг. Я его раньше любил, но он мне надоел. Ну и как-то он слишком легкий, что ли. Даже с Грегтехом ни о чем. А Грегтех со временем стал просто... как, очень большой таблицей крафта. Я постоянно об этом говорю, когда речь заходит о... Индастриале, а Билдкрафте, например. Что Грегтех, он только с виду сложный. На самом деле он просто долгий. Это более правильное определение для этого мода. Он долгий. Потому что вместо одного крафта тебе нужно сделать 10 крафтов. И в одном из крафтов тебе нужно просто подождать там 20 минут. Пока что-то делается в какой-нибудь машинке. Все. Все 100% сложности Грегтеха в этом. Точно так же ставятся карьеры более дорогие. То есть, ну, просто рецепт более дорогой. Там, из билдкрафта. И точно так же все добывается в немеренных масштабах. В немеренных объемах, вернее. Если уж хочется занудства, такого, ну, более-менее обоснованного занудства, лучше уж это TerraFirmaCraft. Он, по крайней мере, не скрывает, что он дохрена занудный. То есть там ты хотя бы идешь на это, понимая, что тебя ждет. В Грегтехе там все, ой, сложный, сложный, сложный. Мы еще себе усложненные рецепты Грегтеха ставили, насколько я помню. На Зета-крафте. На Зете это было. Честно, сейчас не помню точно, но... А, хотя, наверное, Зета, где же еще это было? Вот. И то там нефиг делать-то, в общем. Привет, Орешка. Чувак, смотри. Чувак, смотри, 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 бомба. Так, остался последний. Ну что это? Терсап. Ну хоть что-то. Хоть какое-то наполнение к моему... Не очень комбо. Не знаю, я раньше думал, что... Тут все комбо типа мощные. По-моему, нифига подобного. Типа я думал, что мод дает ОП по умолчанию. Что-то как-то, видимо, не всегда. А когда ему захочется только... Так, это у нас Некрополис 2 получается, да? Следовательно, здесь где-то мамочка есть. Ну, вернее, в одной вполне себе конкретной комнате. Так, что здесь? Ну, отлично. Фекалия и мухи. Это то, ради чего я туда заходил. Бедные мои два ключа. И... Блин. Блин.
Я в упор к этой голове могу стоять, она мне ничего не сделает. Это ли не дисбаланс? Феромоны. Локап, смотрите-ка. Так, теперь мне нужны ключи. Много-много-много ключей. Чем больше, тем лучше. Блин. Да блин, ну... Животное это поганое. Маска. Не человек совсем. Плохой. Плохой-плохой. Ох-ох-ох. Даже не уверен, что мне книга теней нужна, в принципе. Но это не похоже на бомбу. Ой, не похоже на ключ. Так, по-моему, в магазине один ключик был, если я не ошибаюсь. Давайте сбегаем до туда. Если нет, то печально. Но если нет, то на автомате попробуем наиграть. Может быть, оттуда что выпадет. Да, голосуйте пока что в голосовании номер 2. И нет, тут нифига нет. А жаль. Так, змея. Что же делать? Что же делать? Повезло. Ну, воистину повезло. Так, о, bombs are key. Вот что клёво. Ради этого, да, тут рвал себе филейную часть. Ну ладно. Ладно-ладно, игра, я тебе припомню. Я тебе припомню, когда ломать буду. Полностью. Абсолютно глупый урон в конце. Так, ну здесь где-то были батарейки, давайте попробуем. Let's do this. Да, не судьба. По-моему, здесь одна батарейка была, так что сваливаем. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Ага, не успел на босс-раш, всего лишь на каких-то 5 минут. Действительно, трагедия, трагедия! Клич в секретке. В моде там продавцы не только в магазинах сидят, барыги везде. Давай, давай, Локи, давай, родимый. Когда я не успел на 2 секунды, это действительно было обидно.
Ага. Или в самую последнюю секунду решаешь, а я успею зайти в сделку с дьяволом. Заходишь, выходишь, а он исчезает. Он, в принципе, не закрывается до 20 минут. То есть, если пришли на 10 минут... А, ну да, я идиот. Белые же надо последними мочить. Это закон боевиков. Черные умирают первыми. Нельзя игнорировать закон. Кстати, классно было бы, если бы мод добавил еще новые паттерны боссам. Всем. Какие-нибудь неожиданные и прикольные паттерны. Но не слишком сложные. В смысле, чтобы это не стало проблемой, но чтобы это было интересно. Кот. Да, господи, кот. Я кота. И немножко... Common Cold, oh yeah. Двойка. Ага, деньги, 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 дребеди, деньги, дребеди, день. Так, что здесь? Что ты? Играем по полной. В комнате ошибки. Господи, удача уровня бог. Бабам. Даже не знаю дальше, наверное, пойдем. А можно и тут остаться, почему нет? Хорошее место, вон, чувак какой-то есть. Вроде неразговорчивый сильно. Ого, ого. Ого, сколько мух. GG, я бы сказал. Если бы был чуть более уверен в своем комбо. Чуть более, чуть больше. Моя родная русская речь. Эй. Так, сваливаем. Я без половинки сердца сюда не подойду. Потому что если я сдам сейчас, то он заберет у меня целое сердце. Но синее при этом. Не знаю, в чем проблема этой игры. В этом смысле. Но так уж она работает. Я возьму, конечно, но я не думаю, что мне это пригодится. Так, бомба. А туда я не пойду. Я ж не самоубийца. Хотя можно было бы, наверное, самоубийца превратиться в Лазаруса. Но так как мне нужно все равно прохождение за Лилит, так что какая разница, за кого мне играть. Ну, в смысле, разница есть, но... Ну, вы поняли, я надеюсь, потому что я не очень. Еще монета. Зачем? Монеты не нужны. Жизнь тлен. Жизнь боль. Вот это боль.
Жизнь мрак, когда ты рак. Так, синий камень, пожалуйста. Пошли нафиг от меня. Маленькие ублюдочные сволочи. Они бьют мои бомбы улетают, мои бомбы не наносят урона никому. Что за отстой? Ау, фу, блин. Не этого хотел. В смысле, это неплохо, но, блин, я этого не хотел. Ну, типа, это даже не то, что неплохо, это, типа, по барабану, но... Твою медь. А, черт. Отсюда еще и не выбраться, да, видимо? Ладно, собор. У меня все равно выбора нет. Плохо только то, что к дьяволу не попаду. Я на автомате, абсолютно на автомате нажал левый курок. Привычка. Привычка хорошая только когда ты находишься в сундуке. Там в этом есть смысл. Так, здесь что? Здесь ничто, в общем-то. Только чертов сундук стоит. Флэт пенни. Давайте возьмем, почему бы и нет. Еще 25 центов. А нафига, простите? Я сейчас деньги буду подбирать только ради того, чтобы иметь возможность ключи собирать дополнительные. Так, окей-доки. Мне не сюда. А, вот и босс. I found pills. Замечательно. Поздравляю, блин, игра. Ты самая жадная сволочь в мире. Ау. Ау. Эй. А я самый неудачник Брайан. Столько монет собрать и не получить ключей практически. Оп, не попал. Все внезапно стало немножко интереснее. Я думаю, что я не буду фармить сундук в этом забеге. Я мог бы, наверное. Не, попытаться стоит. Я думаю, стоит хотя бы попытаться. Все равно гарантии телепорта в комнату ошибку нет. Это чертов лэмп, с ним неинтересно. Он полный абсос. Ну, в смысле, два Айзека гораздо... Ой, два вопроса, вернее, гораздо сложнее. Но этот еще и замедлен. В чем суть-то тогда? Слушай, пацан, ты меня нервируешь просто. Я думаю, дамага у меня достаточно, чтобы не брать Corvette Horn. Хотя,
Здесь что-то хорошее, в общем. Мусор. Так, это I found pills. Ну, блин. Пока что это полный отстой. Отстой. Ого. Неплохо. Ну, я возьму HP-ап, но он мне, в принципе, не нужен. Так, да, я в курсе. Так, а это тот же сундук, напомните, или нет? По виду тот же. Да, это тот же сундук. Вроде как. Или нет? Эй! Нужно было зафармить несколько рук. Нет, чап. Но сундук похож, чертовски похож. Или тот же. Фиг его знает, что-то я уже запутался нафиг. Нет, тот же. Тот же сундук. Просто в некоторых случаях, там, как с пилюлей с этой, с белой таблеткой, сундук заново перегенерируется, ну, вообще уровень заново перегенерируется. А в других случаях он... Да, я сюда просто не дошел. Вернее, дошел он другими путями. А в других случаях он становится... Как бы тем же, просто сначала. Как бы перезапускается. Все, просто как девочку его. Просто таки как девочку. HPA Blood Trail. Ну и нафиг оно мне надо. Да и ладно, давайте закончим на этом забег. Я не думаю, что есть смысл большой в зачистке сундука раз за разом. Это не так весело, как кажется. Да и в принципе можно найти здесь Айзека и зачищать сундук 500 раз подряд, пока молоко из ушей не польется. Пройдено, ребята. Пройдено.